я с западной стороны, прямо по 4, пескай 5, вот где уже приходила, моя соседка, и говорила, что там надо палатки снести. Вот эта информация, она была, что хотят построить парк. Есть у нас яблоко, ее оставят нам. А вот эти вот переходы, которые палатки незаконные, почему-то нигде палаток таких, когда выходишь из перехода, нет. Я в Москву езжу, выходишь из перехода, ни одной палатки, воды негде купить. У нас выходишь из перехода, палатка на палатке. И еще, у нас нету на той стороне ни одного полицейского. Нету. Они приезжают, поесть, чай кому? Я сколько не хожу, я утром хожу, например, ребенка отведу в школу, иду мимо перехода, стоит машина, выходят двое, идут чайхану завтракать. В обед иду за хлебом, а опять стоит другая машина, опять чайхани или сам суп покупают. Никого нет, никто не ходит. Откладывают алкоголиков, которые вот лежат, спят возле дерева, а по дворам никто не ездит. А люди встают, причем не по одному человеку, там собирается человек 10, когда выходишь в перехода, стоят они вот так вот. И стоят вот так вот, на всех смотрят. Вы знаете, как опасно? Я после часов иду, я боюсь идти возле перехода с ребенком.